giving me wind and rain. It's some kind of butterfly. Baby, you get me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Это нормально, что второй день нет горячей воды. Как отмываться после забоя? В автобус заходить стыдно. Людям же не объяснишь. С другой стороны, закаляемся. Еще несколько таких деньков, будем как моржи. Только грязные. А если у меня, предположим, свидание? А? Нет, ну как? Я понимаю, тебе-то это. Жена-то и грязного примет. Слушай, Коль, ну какой свидание? Я же говорю, предположим. Погоди, ты что хочешь сказать, что у меня с женщиной все проблемы? Ничего такого сказать я точно не хочу. Давайте, я вас всех поздравляю, что мы начали с проекта. Я думаю, что в течение нескольких следующих дней мы проведем дружной компании. Давайте. Ну что, давайте закрываем глазки. Да? Да, открывай. Главное, чтобы режиссер закрыл. А он мы в каске все. Нам пофиг. Ну, давай. Ура! Ура! Сегодня? Привет. Привет. Скоро проснется. Пойдем на кухню все готовим. Сидима? Точно? Мишка, скоро проснется. Давай. Люк, слушай, а мы будем новоселье делать? Меня мужики на работе спрашивают. Ведь, ну, мы же договаривались. Сначала распишемся, а потом новоселье. Санька уже совсем большой. А мы все никак не собираемся. Люк. А мы новоселье будем праздновать? А то мужики на работе интересуются. Петь, мы же договаривались. Сначала распишемся, потом новоселье. Сашка уже большой, а мы все никак не соберем. Ну, можно же утром расписаться, а вечером новоселье. Одним днем. Так и дешевле. Ну, так, в принципе, можно. Ну что, голову повесил, Петро? Нормально все? Да, все в порядке, задумался просто. А вот думать, Петро, не надо. За нас все другие продумают получше нашего. Да что случилось-то? Да поговорил вчера с Любой по поводу новоселья. А, ну понятно. Не, все нормально. Будет тебе твое новоселье. Просто думаю, батя с братьями не приедет, нет? Что, голову повесил, Петро? Нормально все? Что задумался-то? Вот думать, Петро, не надо. За нас другие все продумают получше нашего. У нас про зарплату что-нибудь слышно? Когда выдавать будут? Да говорят, в начале следующей недели. Но только аванс. Аванс. Опять аванс. 7 месяцев. Вот так, смотри. Вот оттуда. Я, кстати, а, нет.
Люба, ты чего ревешь? Что случилось? Там какой-то мужик, он меня... Что? Какой мужик? Что он сделал? Он меня к стене прижал и говорит, ты когда долги отдашь? Я ничего не понимаю. Так, ну, потом! Он тебя тронул? Куртку порвал. Какой-то мужик меня... И что? Что этот мужик? Он меня к стенке прижал и... Говорит, когда долги отдашь? Я ничего не понимаю. Так, ну, потом говори, что он сделал? Он тебя тронул? Куртку порвал. Пит, мы кому-то должны. Вот тут скандал, и вот он приходит, когда, помнишь, вот мы сейчас снимали, когда он, она его за стол не позвала, он прошел. Ну, то есть у них как бы конфликт. И им, по сути, не надо спать, ну, как бы так, ну, нам просто разрезать две сцены. И мы снимаем 15-секундный кадр один, как они спят. Кошмар. Да так, вспомнилось кое-что. Опять? Петь, мы уже договаривались. Надо забыть. В смысле забыть? Я тебе 1000 раз говорил, ты не виноват. Петь, кошмар, что ли? Да, вспомнил кое-что. Опять? Ну мы же договорились, а? Ну надо забыть. Забыть? Я же тебе 1000 раз говорю, а ты не виноват. Струхнул я, поэтому и виноват. Если бы не вернулся, вместе с ними завалило бы. Да. Но я мог успеть. Сёма, уводи его! Петя, стой! Не надо! Их не вытащишь! Петя! Петя, ты дурак, что ли? Бутерброды! Не, Семен. Потому что все время будем вдвоем, как парень, как в ту сторону. Да, у вас просто Семен всегда что-то по кадру проходит какой-то одинокий. Остановись! Раскололся. Коломолся. Все, хватит, остановили, да. Кормите актеров когда? Не говори, что за дела? Да, там конечно. Работаем за бесплатно. Семенов! Семенов, слышишь меня? Семенов! Да, я на связи. Отлично! Повреждения есть? Как состояние? Ты один там? Да, вроде один. Я в норме. Ногу привалило правую, не могу пошевелить. Так. Стоп. А кто это? Капитан Груздев! Команду отрядом МЧС по ликвидации завала! Семенов, это майор Груздев. Как ты там, герой? Да, Груздев. Там? Все, считай, достали. Группа на подходе. Минут 15 продержись. Понял. Если чего любит, что? Да хорош тебе. Сегодня сам скажешь. Семенов, это Груздев. Как ты там, герой? Держусь еще.
если у нас Петра вот сюда положить, вот, вот такую штуку, такое углубление получается. Ну, здесь утепление какое-то положить надо, конечно, не на землю. Вот. А сверху надо чем-то накрыть еще. Мне кажется, здесь нормально. Капитан, ну что там слышно? Один живой, Семенов. Ногу ему завалило. Кислорода надолго хватит? Сложно сказать. Завал большой, можем не успеть. Мы с мужиками хотим присоединиться к поисковой группе. Там еще две бригады. Его достанут. Я сейчас сам за ним спускаюсь. Успокойся, слышишь меня? Успокойся. Успокойся. Руки убери. Увидит кто-нибудь. Нашел то же время. Вытащи мне его, слышишь? Вытащи, слышишь? Здорово. Вырубился. Воздуха не хватает. Ты там воздух экономь. Мы с бригадой уже пробиваемся. Скоро будем. Ты давай там, держись. Петя! Петя! В этом и не нуждаюсь.